Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Российского журналиста Дмитрия Деброва экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, Деброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь», у него случился приступ эпилепсии. На данный момент журналист находится в больнице, его состояние нормализовалось. Сам Дебров подтвердил РИА Новости свою госпитализацию, однако сообщил, что не произошло ничего серьезного. В больнице ему сделали МРТ и кардиограмму. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!